он был мальчишка, хулиган, мальчишка. Но он, конечно, был очень мудрым царедворцем. Все время говорил, я счастливый человек, я успешный человек. Молодец, Осянин. Готов. Так у него парашют не раскрылся. А может, раненый? Чего, озеро он там не унесла. Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет. Второй болтается. Смотри, Васько спасать поплыл. Оно сейчас возьмет. Интересно, в воду упадет или в лес? Достаточно тяжело играть роль, поскольку я была совсем юная. Мне к моменту начала съемок исполнилось 19 лет. И, безусловно, я не знала никаких потерь, никакой большой любви, никаких таких уж трагических событий в моей жизни. То, что пережила моя героиня. Пойдем пить чай, Рит. Я помню, что меня никто не трогал, мне ничего никто не говорил. Но вот бывает так, что ты понимаешь, что вокруг тебя образуется пустота, и ты понимаешь, что ты подвел всех вокруг. Я дала себе слово, что я вот проснусь и тихо-тихо уеду в Москву. И честно себе скажу, что я не состоялась ни как актриса, ни как кто-то другой. Я, в общем, 3 картины сделала. 2 из них, вот так сказать, о женщинах на войне. Потому что я всегда считал, что подвиг женщин на войне выше подвига мужчин. Ростовский меня позвал на эту перевернутую лодку на берегу озера. И он мне всю ночь рассказывал и читал стихи. И рассказывал истории из своей жизни. Я сидела, слушая, ловя каждое его слово, и когда он начинал читать стихи, там был Есенин, и Блок, и кого там только не было. И какое-то такое у меня наступило уверенность, умиротворение и счастье. Кожа прозрачная. Хоть скульптуру лепи. Красивая. Такую фигуру в обмундирование паковать. А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю. Вот они, вот женщины, вот их женское предназначение. Вот они как бы, вот они открыты нам. Дальше они обряжаются в эту серую солдатскую форму, которая, на самом деле, оказывается формой смерти.
всегда даже люди понимают, что главное. Потому что вот для меня, например, сейчас, может, ты даже улыбнешься, для меня главная фраза в этой картине... Какой? В «Зорях». Да. Это когда из радионаушника идет фраза: «Сегодня на Северном фронте ничего существенного не произошло». Взяли, да? Пять девчат. Пять девочек было, всего пятеро. И не прошли вы. Никуда не прошли. Сдохните здесь. Все сдохните. Лично каждого убью. Лично. А там пусть судят меня. Пусть судят. Москва. От советского информбюро. Вечернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения. Во время войны таких сводок мы слышали сотни. Сотни. И вот сводка очередная. А что мы видели? Мы видели, что убито 5 прекрасных женщин. Ничего существенного не произошло. Конечно, там много было разных и моментов, и смешных. Снимаем трагический момент, а что-то смешное происходит. Снимаем смешное, что-то драматическое происходит. Он нам сказал: только не грустите. Когда я был на войне, мне было 20 лет, и мы очень много смеялись. Не от того, что война – это простое дело, а от того, что мы были молодые. Мы влюблялись. Мы совершенно не думали умирать. Я оказался в такой части, как 6-й гвардейский кавалерийский корпус, который сначала был на Западном фронте, потом на Первом Украинском, который впоследствии освобождал Прагу, и стал кавалеристом. Но до высоких чинов я не дослужился. Значит, я остался гвардии рядовым. Последний бой, в котором я участвовал, это очень страшный, в общем, бой. Из него осталось очень мало людей в живых. 28 часов в болоте, в воде, не имея возможности двигаться. И я все думал, неужели действительно человек вот перед смертью вспоминает всю свою жизнь? Действительно вспоминает. Во-первых, я родился, а мог бы и не родиться. Во-вторых, я родился у хороших родителей. Светлых, простых, честных. Отец врач, мать модистка. В-третьих, я родился в государстве, только начинавшем свой путь. В числе лучших пионеров я удостоился чести приветствовать 10-й съезд комсомола. Увидел себя на экране кинотеатра и казалось, вот сейчас скажу не то. Хотя знал, что все сказал правильно. Пусть съезд решит, чтобы лучшие комсомольцы работали с ребятами, чтобы в каждом отряде был вожак. Сталинскому комсомолу, молодости, солнцу, пионерское, радостное, ура! В
Ростоцкий был частью того поколения, которое признано поколением лейтенантов в нашей киноистории. Это те мальчики, которые ушли на фронт и которых судьба пощадила. Они живыми вернулись, больше того, они пришли в то искусство, которое мечтали еще до войны. Вот так получилось, что Стасика Ростоцкого привели на студию еще мальчиком. Он встретился с Эйзенштейном не с кем-нибудь, на пробах «Бежену лугу», к тому несчастному фильму, которому не суждено было появиться на белый свет. Но Сергей Михайлович его приметил и сразу сказал: у этого мальчика улыбка хорошая. И вот эта фраза «улыбка хорошая», я думаю, запомнила Стасику, и он много раз ее повторял. Пришел на студию Мосфильма, Сергей Михайлович мне с огорчением сказал: ну что ж ты так поздно пришел, значит, ну все равно ты будешь сниматься. Я там снимался среди пионерчиков. Ну а впоследствии я пришел к нему в 16 лет уже в более взрослом состоянии, написав сценарий в 16 лет. И после этого он начал со мной заниматься. Бесконечные беседы о литературе, о искусстве, и о книгах, и о живописи, и о музыке. Ну вот я занимался с ним, готовился поступать в ВГИК, подавал документы уже в ВГИК. Но в это время началась война. По мне танк проехал. И я все-таки остался жив. Жив я остался только благодаря друзьям и благодаря тому, что вот эта часть тела провалилась в окопчик. И поэтому была разрушена только нога и грудная клетка. И рука была оторвана. А потом еще осколком по голове съездила, то, в общем, один человек рядом, который стоял, сказал: готов, парень. Я был абсолютно беспомощный, и молодцы ребята, что они у меня отняли пистолет, потому что если бы они не отняли, то я бы, наверное, застрелился. Помню, как, когда я первый раз после госпиталя уже пришел на Потырих к Сергею Михайловичу, в хорошо знакомую тебе квартиру. Ну, пришел я на костылях. Он увидел и сказал: о, это, говорит, серьезно? Влияние наших впечатлений на нас, оно было огромным. Нам было кого стыдиться. Я все равно, когда вот пишу или когда снимаю, я все время думаю: а что бы об этом сказал Эйзенштейн? А что бы об этом сказал Козинцев? По какой такой причине агрегат находится преступно простой? Сыровато. Сыровато? Угу, вот и колошки у вас липнут. Настроение у вас сырое, вот что. Немедленно сеять. Стыд. Соседний район имеет 15% плана, а у нас 4%. Срыв. Полный срыв. Немедленно сеять, я приказываю. Простите, но сев ради сводки, это же формализм. Это еще что такое? Агрономша, практиканша, она правильно говорит. Что? Девчонка посторонняя против районного руководства. Примем судебные меры за саботаж. Фамилия. Фамилия, я спрашиваю. Слушай, Ватон. Как фамилия? Клюев. Клюев. Твоя фамилия? Климцов. Твоя фамилия? А что с тобой говорить? Немедленно вперед! Форсировать! Я взялся за фильм, потому что ненавидел тогдашнюю бюрократическую систему. Этих секретарей райкомов и председателей, пьянки и диктат начальства.
и жалел колхозников, получавших за свой труд одни палочки, как тогда называли трудодни. На тебе плащ! На тебе прядь! Когда показали картину на худсовете, Сергей Герасимов шепнул мне на ухо: «Стасик, вы что, самоубийца?» По тем временам картина получилась злая, боевая. Ее тут же положили на полку, а мне объяснили, что я контрреволюционер. И вдруг мне позвонил Герасимов: «Я вас поздравляю, вы сделали замечательный фильм». Ларчик открывался просто. Одну из данных в Министерство копий посмотрел Хрущев, который готовился к 20-му съезду партии, и фильм отвечал его настроениям. Мне кажется, что Ростоцкий одним из первых шестидесятников, если не сказать пятидесятников, если можно такое слово применить, пошел по совершенно иному стандарту, чем остальные, по совершенно иному пути. Его был путь, это путь открытого сотрудничества с властью, при этом с внутренним желанием твердо двигаться на свой ясный огонь и все-таки создавать то, что он хочет создавать, двигаться по своему внутреннему коду. И делать картины все-таки, наверное, в первую очередь, как ни странно, смелые, но при этом зрительские. Зима скоро. Дров бы запасти. Посвобожусь, Маус, съезжу в лес. Огней так много золотых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Дело было в Пенькове встретило массу самых фантастических замечаний, вершиной которых было утверждение, будто песня, которую потом пел весь народ, аморальна. Как же советская девушка может любить женатого? Ростоцкий пробовал со мной одного за другим Матвеев. Их было 13. Он рассказывал долго, вводил нас в состояние. Пела какая-то далекая мелодия хорошим женским каким-то таким нежным голосом. Он говорил: вы сидите на теплой заваленке, вот там мычат коровки, там лают собачки, слышите, где-то там далеко поет женский голос. А вы сидите на теплой заваленке, раскрываете свои объятия, обнимаетесь, а дальше вы целуетесь и все остальные слова, которые говорите в этот момент. В жизни. Ну, понимаете, что такое? Мне 18 лет только-только исполнилось. Один Матвей Морозов, а там их 20 дублей, второй. И если не получается, он говорил: не верю. Вот как Станиславский, я не верю. Так вот, я уже ушла к себе на курс. А мне сказали: да нет, у тебя еще одна проба. Еще есть Матвей Морозов. Я сказала: да не пойду я туда, потому что уже все, хватит. Если еще начну целоваться на этой теплой заваленке, как так роскошно рассказывает Ростоцкий, я никогда не выйду замуж. Мне все становится омерзительным и противным. И нужно отдать должное Ростоцкому. Он схватил меня где-то вот на выходе из киностудии за руку очень жестко. Сказал: вот если ты сейчас, мать, не вернешься в павильон и не вылюбишься хотя бы в пуговицу актера, в мочку, его ухо, это не имеет значения. Ты никогда не будешь актрисой, уходи из этой профессии. Я почти цитирую. И притихший павильон, лампочка, так сказать, Ильича, сидит ненавистный где-то в тени очередной Матвей Морозов. Я встала и демонстративно, так сказать, характер у меня не из простых и сладких, я протянула руку и сказала: вот я
Дружинина. И почувствовала, как мою руку вошла такая, знаете, влажная, нервная ладошка. Мне сказали, Тихонов. Я встрепенулась, потому что до этого была одна единственная картина Вячеслава Тихонова «Максимка», где он играл роскошного, потрясающего совершенно офицера в белоснежном костюме той еще самой армии. Ну что, поумнело? Разве заметно? А вот сейчас проверим. Вот же. Да чего? Поумнело. Ну, вот. Для зрителя мы видим нормальную колхозную мелодраму. Для власти тоже, в общем-то, идет достаточно привычный стандарт. Добро побеждает, все замечательно. Но по сути своей мы видим картину абсолютно удивительную. Потому что главный герой ее, которого играет Тихонов, это человек, существующий абсолютно вне рамок не просто колхоза, но вне рамок советской системы. Потому что это игрок, это немножко такой гайер, немножко шут, это артист, это человек талантливый, это художник своего рода. Вот нашу сухарей и уйду, куда глаза глядят. Без средств, без состояния. Ладно тебе представляться-то. Что вам, Матвей Морозов? Ну, как бы жизнь ни была горька, я не уступлю и миллионной доли. Вот, понятно? Да что вы не видите, он же смеется. Они год-два назад пьесу репетировали. Вот он из нее и шпарит. Не в заграницу уходит, в нашу же МТС. Нашу землю пахать будет. Из МТС бежать легче. Куда бежать? Хоть в Ленинград. Что смотрите? Вы в метро катались? Вот и я хочу покататься. Перчаточки себе куплю. И прощай, моя честная будущность. Это кончается полным проигрышем художника. Он теряет свою любовь, но на части теряет и свою жизнь. А дальше возвращается к нелюбимой жене, и мы видим такой очень приятный, позитивный финал. Жена выходит на крыльцо, тут и ребенок, как бы все замечательно, звучит лирическая музыка, конец фильма. Хотя на самом деле этот конец фильма чрезвычайно по сути своей страшен. То есть он не просто проиграл, да прошел зону еще к тому же человеку, потому что еще представить, что там с ним случилось. Это мы можем только догадаться сегодня. Думаю, что это прекрасно понимали и Ростоцкий, и Антонов, и в этом финале есть загадочная вот внутренняя ирония. Вы знаете, как у Брэдбери дают тебе линованную бумагу? Пиши поперек. Вот он всегда писал поперек и выигрывал. Я это со славой довольно часто вспоминаю, потому что все три актера, Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав Тихонов, были утверждены поперек. Он был победителем, он был вообще победителем в жизни. И он этому учил нас, он был витальный, очень оптимистичный человек, несмотря на все проблемы и сложности, которые его окружали. А потом появилась картина «Дело было в Пенькове», это была наша общая победа. И вот после этого уже пошла великолепная, прекрасная работа Вячеслава Тихонова и Станислава Ростоцкого, а может сказать, Станислава Ростоцкого и Тихонова. Капитан, ну спойте что-нибудь хорошенькое. Спойте, Вячеслав Павлович. Сердце молчит в снежной ночи, в поиск опасный уходит разведка. С песни в пути легче идти, только разведка в пути не поет, ты уж прости. Где-то сквозь снег песни и смех, здесь лишь гудит новогодняя уважать тебя можно, а любить трудно. Ладно, не люби меня.
Дай отпуск. Не дам. На покой захотелось. Честность свою холить. А другие пусть строят. Построим, пожалуйста, Илья Семенович. А ведь ты руки не подашь. Скажи, заморали руки-то, пока строили. Смотря чем замораешь, а то и не подам. Вот-вот, весь ты тут. Эх, Илья, принципами не пообедаешь, не поправишь здоровье, не согреешься. А принципы не шашлык, не витамин В12, не грелка. Некоторые чудаки ради них жертвуют обедом. Вот, учебник этого года. Этого. Оставь, Илья, жизнь не стоит на месте. А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги? Надо поклониться ее беспредельному терпению. Можно написать на ней: на холмах Грузии лежит ночная мгла. А можно кляузу на соседа. Можно переписать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему не сделать? Она все выдержит. Но души-то у нас и у ребят не бумажные, Коля. Министр кинематографии Романов, приветствуя меня, спросил с трагическим надрывом: что вы со мной сделали? А что? Вы сделали прекрасный фильм. Значит, надо радоваться. Но все под ребро, под ребро. У вас в картине говорят, можно переписать учебник, но души-то у них не бумажные. Я спрашивал министра образования. У нас не переписывали учебников. Да побойтесь Бога, ответил я. У меня сын в школе учится, и им велели заклеивать странички, чтобы не читать недозволенное. Заклеивали, да, согласился он и неожиданно добавил. Переписывали только историю партии 4 раза. Ну, давайте я и вставлю. Можно переписать историю партии, но... Ну, что вы, зашелся министр. Опять моросит? Мам, ты не замечала, что в безличных предложениях есть какая-то безысходность? Моросит. Ветрено. Темнеет. Знаешь почему? Не на кого жаловаться. И не с кем бороться. Листья с высоких ветвей, спой мне и Волга песню пустынную, песню жизни моей. Режиссер Станислав Ростоцкий. Народный артист Советского Союза Вячеслав Тихонов, исполнитель главной роли. Воронежцы стали первыми зрителями нового кинофильма. Мне думается, что книга Гаврила Николаевича Троепольского дала возможность нам высказаться по важнейшим вопросам, которые сейчас волнуют всех. Это вопросы духовности и бездуховности, и вопросы охраны всего живого, что окружает нас. Видать,
Шибко породистый. Породистый. Но не все у нас в порядке. А что так? Окрас должен быть истинно черный с рыжими подпалинами. Угу. А мы вон какие уродились. Окрас абсолютно нетипичный. Это считается признаком вырождения, поэтому документы нам могут не выдать. И вообще лишить всех собачьих прав. Значит, если бы как все уродился, то все в порядке. А как, значит, свое обличие имеешь, то сразу и плохо. Конечно, картина не просто про собаку, так сказать, но когда Гаврил Николаевич Трипольский написал эту книгу, я увидел, что вот здесь я могу рассказать вот об очень многом, что волнует сейчас людей. Худо мне, Бимка. Плохо. Плохо мне. Осколок. Осколок тронулся. Худо мне, Бимка. Заходите, заходите. Кто там? Это врачи приехали. Существует такая, да, литературная метафора больного короля. Существует больной прекрасный король, который болеет, а в это время его подчиненные совершают различные злодеяния, и нет власти. Собирайтесь. Поживее, поживее. Бимка, а что поделаешь? Ждать. Это собака, в которую он вложил всю свою душу. Единственная воплощает ту интеллигентность, понимаешь, по всему фильму, ждать, которую воплощал сам персонаж Тихонова. Собака остается одна, если это вообще собака. И она вступает не просто в конфликт с миром, она вступает в чудовищную трагедию, потому что она проходит сквозь круги ада. Вот этот дух света, который еще существует в России на тот момент, воплощает этот Бим. И этот свет погружается в различные зоны тьмы. И в итоге не просто проигрывает, как персонаж Тихонова в деле было в Пенькове, а погибает. Чья собака? Моя. А чего без ошейника? А попробуй одень. Видишь, веревку перегрызла и кусается. Сбесилась, обязательно сбесилась. Вот укусит кого-нибудь, а мне отвечать. Привяжи. Заберем ведь. И слава богу. Я ведь сама ходила, писала, просила. Ну, заберите, пожалуйста. Не бешеная она. Больная, это верно. Что делать будем? Брать будем, раз хозяйка просит. А может, врет? Да какое наше дело? Давай, сачок. Берите, берите, вам все спасибо скажут. Не нравится. Брежнев плачет тремя ручьями. Он очень, вообще, он больше всего ведь любил фильмы про зверюшек, как он говорил. Вот про зверюшек бы посмотреть чего-нибудь. Плачет, говорит, что это фильм прекрасный. Фильм получает Ленинскую премию. Антисоветский фильм, получающий Ленинскую премию. Чудеса. Для Ростоцкого, как он мне сам говорил, это тоже было несколько удивительным, что на Ленинскую премию никак не рассчитывал. Он был невероятно светлый человек, такой, в общем, оптимист. И действительно его знают как человека, ну, всегда радостного. И у меня было такое ощущение. И вот я только, когда его не стало, я стала читать его письма, я стала вспоминать какие-то события жизни, и я поняла, что у него были очень сложные состояния в жизни. Он пишет, что я уехала из дома, я сбежала от самого себя. Это было после получения Ленинской премии. Он пишет, что вот он устал от этой славы. Ему неинтересно сидеть в президиумах. Стас, сороки пол яблока сгрызли. И вот Ростоцкий говорил, что самый умный поступок, который я сделал в жизни, это то, что я женился на Меньшиковой.
Возьмите наших киноклассиков. Чего им не достает? Все есть. А режиссеры, лишенные громких титулов, и тем более молодежь, ничего не имеет. Полумера хуже откровенного бездействия, потому что она – обман общественных ожиданий. Они сумели убедить весь честной народ в том, что восход, закат, наступление следующего дня, его длина зависит только от них. Они за это получили почести, высокое положение. Сколько лет можно слушать с трибуны спокойный хозяйский голос? Мы – союз не генералов и рядовых, а равноправных коллег. Посмотришь на эти знакомые лица, почитаешь и послушаешь этих разоблачителей, и человеку, который так уж предопределила судьба, прожил свою единственную жизнь в эти времена, может показаться, что он преступник и негодяй, даже если, в отличие от вещающих, за всю свою жизнь он не совершил ни одного бесчестного поступка. Он после 5-го съезда, я бы сказала, совершенно не впал в уныние. То есть у него не было печали по поводу того, что он потерял какие-то должности. Он просто переживал всю ситуацию, которая происходила в стране. Он был с ней не согласен категорично. Он говорил о том, что мы говорим о диктатуре идеологии, а грядет диктатура рынка, она еще страшнее. И мы вообще не понимаем, что мы делаем. Ждать меня. Я сказал ему, он будет ждать.